Сегодня 30 декабря, предпоследний день года. И вот так пустынно выглядит сейчас в Севастополе, в Парке Победы. Главная площадь Парка Победы, он идет толпень какая-то людей. Никого только что не было. Вообще довольно-таки холодно. Все готовятся к Новому году, поэтому, собственно, никого и нет. Я заехала на велосипеде пособирать шишек, вдруг мне захотелось. Первый раз в жизни проходила, второй, когда в жизни я собирала шишки. Жители одной смешной страны скажут, что никого нет, потому что, смотрите, без нас Крым никому не нужен. На самом деле, конечно же, все готовятся к Новому году, сейчас не до парков, к тому же холодно, ветрено. Вот, и поэтому делать... А вот это всего лишь навсего только при заходе практически с улицы. А вот эта аллея, она очень-очень длинная. И чем дальше к морю, тем будет холоднее. Поэтому я хотела доехать до моря, но у меня уже соплей, полный нос. И не поеду, я решила, потому что там будет просто кошмар. Ад. Вот так много сейчас света, просто все пестрит фонарями двойными. Раньше вроде была здесь тьма. И ладно, кое-что хотела сказать, не буду говорить. Поэтому все. Сейчас не до парков. Нужно ехать к горячей батарее домой.